Отбой, Тарасик. Пойдем со мной на обход. Землю нашу посмотришь. В своей голове руку не прикладывают. Виноват. Кругом. На месте. Шагом. Марш. Раз, два. Раз, два. Прямо. Раз, два. Левый. Раз, два. Левый. Левый плечо вперед. Марш. Правое плечо вперед. Марш. Левый, левый. Левый, мам, мальчика. Не успел приехать, а ты его в лес тащишь. Пусть отдохнет немного. Не волнуйся, сестра. Ты бы лучше нам что-нибудь приготовила повкуснее. Я пироги сделаю. А, хорошо. Вперед. Марш. Забивай. Не плачь, девчонка. Пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Была бы жива Майран, ее бы послушался. Ну что, Тарасик, поздороваемся с деревьями? По-моему, это дерево специально подрезали пилой. А? Зачем? Ну как же, ведь дерево засохнет, а потом его и свалить можно. Не станешь же ты ругаться из-за какого-то засохшего дерева? Нет, Тарасик. Они хотели свалить дерево. Что-то им помешало. А почему ты так думаешь? Ну, как тебе сказать?
Если бы они думали убить дерево на месте, то сделали бы круговой надрез. И не такой глубокий. Кто-то помешал им. Вот они и бросили работу. Так значит, они еще могут вернуться? Это зависит от того, что им помешало. Может быть, дождь. Вот вчера же ночью сильный ливень прошел. А что дождь? Дождь, наоборот, легче. Все по домам сидят. Даже самый мам тиранов. Ну, наверное, ты прав. Но одно ясно. Им помешали. А вот кто и что, надо еще выяснить. Вставай, Тарасик, пойдем. Может, на след какой выйдем. Со своей пушкой, Иван. А, старые привычки. Вот с внуком решил немного побродить по лесу. А ты чего здесь, а? Дорогу поправить решил. Это хорошее дело. Молодец, по-людски поступаешь. А то некоторым это теперь и в голову не приходит. Все только о себе думаю. Честно сказать, Иван, у меня свой интерес. Вчера один попросил меня поправь дорогу. Я, говорит, тебя хорошо заплачу. Ну, спасибо доброму человеку. А зачем не сказал? Сперва я тоже удивился. А он мне говорит, надо вывезти из ущелья какие-то вещи, а оттуда не выбраться из-за плохой дороги. Ну что ж, хорошему человеку доброе дело сделать можно. Успеха тебе, парень. Спасибо. Дед, а куда мы идем? К Батразову, к леснику. А зачем? Предупредить его надо. Это его участок. Деда, я, кажется, все понял. Наших ворот напугал дождь. Почему ты так думаешь? Они испугались, что вода в речке разольется, и они не смогут оттуда выбраться. Я так думаю. Деда, а почему ты не спросил у бульдозериста, кто его попросил расчистить дорогу? В лесу разные люди встречаются. Может, они заодно. Воры, бульдозерист. А откуда он тебя по имени знает? А ущелье наше маленькое, а молва всегда впереди человека идет. Ты еще не успел приехать, а уж все знали, к старому Иману внук на каникулы приехал. Дед, а здесь рыбы есть? В мое время здесь много рыбы. Мы ее руками ловили. А как это? А вот так, без удочек, без сетей, голыми руками, из-под камней. Сейчас попробую.
приехал. А ну-ка, вылезай сейчас же. В сельсовет пойдем. Иди ты. Вылезай, кому говорят. Я тебе такой сельсовет дам. А ну-ка, убирайся отсюда, старый шаг. А то я тебя так разделаю, что родная мать не узнает. Что? Сейчас я тебе покажу, кто из нас ишак. Ты у меня все быстро поймешь. А, убивают! Помогите! Стой! Вылезай! Вылезай, говорят! Успокойте его! Помогите! Подожди! Что ты делаешь? С ума совсем спятил! Человека стреляешь! Тарасик, спрячься. Не стреляй, деда, это же папа! Отец, это же я! Ты что, по людям стреляешь? И правда. Нет, надо кончать это безобразие. Даже в лесу покоя нет. Распустились. Будь ты неладен, гори. Ты и твои гости. Не могли сказать, что ли, я бы сам вам наловил рыбы. Кто же речку известью портит? Пошли, Тарасик. Нет, старый овряк, обожди. Ты от меня так не уйдешь. Гори, я тебе приказываю. Отними у него ружье и отведи в район. В милицию. Но Соломон Хазбиевич, он не разобрался, кто здесь. Сколько раз я буду повторять? Выполняй, я тебе говорю. Ты как разговариваешь с людьми? Если ты мужчина, подойди и возьми сам ружье. Отец, успокойся, не понимаешь, что ли? А ты ступай отсюда со своими дружками, чтоб глаза мои вас не видели. Не позорься перед сыном. Тарас, отец, подождите, я сейчас перейду к вам. Да подождите вы, наконец! Совсем с ума посходили, выслушайте меня! Что за шума, драки нет? Ну, кто же гостей с ружьем встречает? Да, гость у нас святой человек, это верно. Но кто же речку известью портит? Такого права ни у кого нет. Вот ты на моем месте, что бы ты сделал? Пошел бы домой. Сказал бы хозяйке, у нас гости. Режь курицу. Я бы так сделал. Никаких гостей, чтоб в меня стреляли. Не будет этого, пока я хозяин. Знаешь что? Мне уже под 70. И таких, как ты, я видел много. Так что уходи отсюда по добру, по здорову. И у реки больше не появляйся. Увижу, пеняй на себя. Ты настоящий обрек. И если бы не твои седины, я бы тебе показал. Зря старика обидел. Такой куда угодно пойдет, но правду свою докажет. Это мы еще посмотрим, кто что докажет. Старику спасибо надо сказать за то, что он бережет то, что надо беречь. Я так считаю. И скажу об этом там, где меня спросят. А ты будешь артачиться, так тебя по головке не погладят. Кстати, меня тоже, за то, что тебя не остановил. Да никуда он не пойдет. Деда, а чья это мельница? Батраза. Он тут кукурузу свою мелит. Пойдем, Тарасик, пойдем. Дед, а ты у меня храбрый. Не испугался толстяка. А чего мне пугаться? Он мою речку мутит. Пусть он и боится. Тут дело не в этом. А что бы ты делал, если б знал, что этот дядя начальник? Да еще с гостем.
Как сказать тебе, Тарасик? Наверное, сразу бы в атаку не пошел бы. Все-таки он начальник. Но одно знаю точно. Если бы он меня ишаком обозвал, то свое получил бы. Можешь мне верить. Я всегда знал, что ты храбрый, как настоящий генерал. Служил Советскому Союзу. Вот мы и пришли. Вы, ман, человек уважаемый. Общественный инспектор. Имеете право носить оружие. А этот Соломон Хазбич, если разобраться, сам окажется виновным. Угощайся, Тарасик, это картошка горская. Знаю. Ешь, ешь. Так что за это он еще ответит, а на его угрозы вы не обращайте внимания. Да не угрозы его меня обижают, а то, что он меня за человека не посчитал. Если бы он это подумал только по своей глупости, его бы еще можно было бы простить. Но он-то надеялся на свою власть. Закон у нас для всех один. И нарушать его не дано ни начальству, ни людям, которые к власти не имеют никакого отношения. Пустой тот человек, который не бережет природу. Да, Тарасик, твой дед был настоящим учителем. Ты это знай. Я вот лесником из-за него стал. Дядя Батрас, я читал, что защитников природы даже награждают. А деда за это наказать хотят. Вот этого допустить нельзя. Я думаю, Иман, он вас припугнуть хочет. Да, думала кошка, что сильнее ее на свете и зверя нет. Ну что, Батрас, пора в лес двигать. Как же так? Ты без меня идешь на операцию? Ну, пока без тебя. Я буду спать, а вы будете лес от бродяг охранять. Да. А я думал. Сам говорил, леса твои, горы твои, реки твои. Дай мне ружье, я один пойду в лес. Ну, хорошо, бери-ка фонарь. В лесу пригодится. Тарасик, выключи свет. Хорош. Давай пилу. Держи. Сюда пойдем. Здесь недалеко. Надо сначала захватить машину. Ты прав, Тарасик. Сообразительный. Тут надо еще немного подпилить. Ага, вот тут. Как махну рукой, сразу включишь. Заводи. Все четверо, марш ко мне. В чем дело? Кто вы такие? Это я вас буду спрашивать. Кто у вас старший? Ну, я старший. Я лесник Дряев. Почему в заповедном лесу деревья рубите? Воровством занимаетесь. Так ведь деревья старые, дорогой товарищ лесник. Не сегодня, так завтра свалятся, их даже на дрова никто не возьмет. А мне одно дерево и нужно было. Так какое же это воровство? А почему ночью приехали? Если не воровство. Ваша фамилия? Это еще зачем? Акт составлять будем. Зачем так быстро? Акт, фамилия. Мы еще такого ничего не сделали. А дерево я, что ли, пилил? Какое дерево? Кто пилил? Хватит разговаривать. Ваша фамилия? Корсанов я. В райком работаю. Зря стараешься, дорогой мой лесничий. Мой дядя... По матери, троюродный брат твоему начальнику, понял? Кто?
Кто чей родственник, меня мало интересует. Вот составим акт, а там посмотрим, чей вы племянник. Ну, пиши, пиши. Посмотрим. Иман, прошу вас, не впутывайте меня в это дело. Он попросил нас подвести ему дрова. Но откуда я знал, что они ворованы? Если наш председатель узнает, то с машины снимет. А я только женился. Я вас знаю. Мне отец рассказывал. Я сын Ахшара Дахциева. Ну, то, что ты сын Ахшара, это еще ничего не меняет. Ты лучше скажи, этот человек в самом деле Карсанов? Какое вы имеете право не верить мне? Я же государственный человек, служащий райпо. Я из районного актива. Активный вор. Вот кто ты. А эти парни, кто они? Они тоже из нашего села. Он нам деньги заплатил. Вот мы и поехали. Что же это получается? Дай вам деньги, так вы на все готовы. Эти деревья наши деды из рук в руки передавали. А вы? Такую красоту губите. Да ничего мы не знали. Он сказал, что завхоз в школе. Купил древесину для ремонта. Надо, мол, только погрузить. А теперь выясняется, что он в райпо служит. Вот и пойми, кто он. Так кто же вы? Государственный человек. Ничего вы выясняете, не понимаю. Если вы действительно лесники, то скажите мне, сколько я вам должен за испорченное дерево, и все. Не свалили же мы его. И чего пристали? Кто я такой? Где я работаю? Непонятно. Не волнуйтесь. Штраф вы заплатите в любом случае. А пока подпишите акт. Пожалуйста. Ну, теперь-то я свободен. К сожалению. Тоже мне выискать. Вы еще об этом пожалеете. Ну, а с вами так. За порченное дерево не только с него штраф полагается. Ясно? У меня есть предложение, Матрас. На те деньги, что он им дал, пусть купят саженцы, яблоневые, мичуринские. Они у нас в горах хорошо растут. Будь по-вашему, Иман. Мы все сделаем. Ахшар мой друг. Его сын не может быть обманщиком. Я так и знал, что Соломон Хазбиевич пожалуется на тебя моему начальству. Они же друзья. Не надо было тебе оказаться там именно в тот момент. Огонь открыл прямо как на войне. Ну вот что. Ты мне не указывай, где мне быть и что мне делать. Молод еще. И чего ты этим добился? Вот погонят меня с работы. И будем с тобой твою речушку охранять. Так, что ли? Погонят его. Вместо настоящей работы угодничаешь. У тебя ничего от мужчины не осталось. А еще галифе носишь. Ты, конечно, великий мужчина. Как школьник из рогатки пуляешь и думаешь, что это геройство. Вот посмотрим, какой ты будешь, когда тебя привлекут по статье. У тебя помощи не попрошу. Гаврила Иванович. В таком случае, чтобы завтра был в районе с ружьем. Спасибо за приглашение. Приеду. Обязательно. Только без ружья. Почему? Не хочу грех на душу брать. Ишь ты, как расхрабрился. А чего мне бояться? Я-то ответственности не боюсь. А вот чего ты боишься, никак понять не могу. Ладно,
Я хотел, чтобы вы помирились и тихо, мирно разошлись. Но ты как был упрямцем, так им и остался. В общем, чтоб завтра был в районе. Начальник приказал. Тарас, собирайся. Домой поедем. Нечего здесь околачиваться. Не дергай мальчика. Только я здесь хозяин. И кому здесь быть, я сам знаю. Иди-ка сюда, Тарасик. Ну, что с тобой, а? Ты прости меня, Тарасик. Отец твой, конечно, прав. Он на службе. Ему нельзя не выполнять приказы, даже из отца. Так что я сам во всем виноват. И сердиться мне на него не надо было. Ну что ты, Тарасик, ты же мужчина. Знаешь что, мы с тобой завтра сходим в сухую балку. А? Там есть воронье гнездо. Мне уже на дерево не влезть, а ты посмотришь воронят и скажешь мне, как они. Хорошо? Знаешь, какие у них смешные рожицы, как у чертенят. Деда, а начальник тебя не арестует? Ну, а кто тебе сказал, что меня должны арестовать? Арестовывают только злодеев всяких. А я что ж, похож на злодея, что ли? А, Тарасик. Тарасик, поди, приведи лошадь. Ехать пора. Ну, что ты мальчика за собой таскаешь? А ведь не на прогулку же ты едешь. Мается он здесь без меня будет. Я ж знаю. Да, да. Сердце у него мягкое. Весь в Майрам. Царство и небесное. Что ты, сестра, нюню распустили? Возьму его с собой. Хоть будет кому защитить меня. А, нашел защитника. Лучше бы сына попросил. Что люди скажут? А, вот ты, небось, тоже думаешь, что я никого не боюсь, раз мой сын в милиции работает. Тарасик, веди лошадь, поедем. Деда, а ты когда-нибудь в футбол играл? Нет. Нам не до этого было, Тарасик. А нас Спартак опять проиграл. Спартак, говоришь? Хочешь историю одну расскажу? Ага. Был у нас старшина на фронте. Любил вопросы задавать. Как-то спрашивает: ребята, подскажите мне, а кто такой был Спартак? Все молчат. А я, дурень, отличиться решил. Да это ж, говорю, нашего кашевара лошадь так зовут. С тех пор до самого Рейхстага где какой вопрос ко мне посылают. Иди и спроси у Пиранова. Он у нас все знает, даже про Спартака. Вот так. Молчи-то, наконец! Свинство какое-то! Фу.
что за люди? Да замолчи, что наконец! Деда, смотри! Добрый день, государственный человек! Привет! Ну как? Отлично! Отдохнуть решил? Ты что, смеешься? Не заводится! Да что ж ты его в гору толкаешь? Прям как Сизиф. Вместо того, чтобы издеваться, помог бы лучше. Какая от меня помощь? Ты бы лучше развернул свой драндулет в другую сторону. Глядишь, под горку он сам бы и завелся. Да мне не в ту сторону. Мне туда надо. Я в центр еду. Будь здоров. А ты потом хоть узнал, кто такой был Спартак? Никто, а что? Так футбольная команда называется. Ты же сам говорил. Да нет. Спартак — это герой такой был. Я его в кино видел. Ну что ты говоришь? Герой? Да. И он не любил вот таких. Он таким, как ты, был человеком. Да нет. Видно, он был молодым человеком, твой Спартак. А я старый человек. Старого никто не страшится. Старого уважать только умный догадается. Понял, Тарасик? Понял. Подождите. Здравствуйте. Добрый день, Иман-охотник. Что так поздно? Да светло еще. И потом, не привык я на машине. Да и нет ее у меня. Что ж такое получается, Иман? Людям покоя не даешь. Ни днем, ни ночью. Жалобы на тебя поступают. Вот что я тебе скажу, сынок. В мое время, когда разговаривали со старшими, с лошади сходили. Если хочешь поговорить конкретно, зайди и поговорим. Некогда нам, отец. Не видишь, что ли? Подвернемся, поговоришь. А свои замечания оставь при себе. Куда же вы на ночь глядя? Я же не в гости, я по делу. Ты что думаешь? Кроме тебя у нас других дел нет. Иман, ты, наверное, устал с дороги. Устать не грех. Километров 20. С внуком отмахали. Для меня это немало. Вот и я так думаю. Тебе отдохнуть надо пока. А потом поговорим и о делах. Ладно? Ну что ж, вам виднее. Интересно, в чем это ты провинился, уважаемый? Это ты у них спроси. А я что-то за собой никакого греха не замечаю. Ну, будь здоров. Тарасик, поезжай домой. Не жди меня там. Я чуть-чуть попозже приеду. Дед, я не хочу без тебя. Иди скорей. Темнеет уже. Лошадь кормить надо. А то я волноваться за тебя буду. Деда приведем. А он что,
Еще не вернулся? Не было его еще. Раз он еще не вернулся, значит, его арестовали. Не говори глупости. Наверное, он опять обиделся на меня. И остался ночевать у родственников. Тогда я сам пойду к нему. Иди-ка лучше спать, защитник. Ничего с твоим дедом не случится. Тарасик, иди ложись. Не беспокойся. Вот так весь вечер. Пойду к деду, и все. Ты сходил бы, узнал, а? Не маленький наш Иман Курланович. Сам придет, если захочет. Ну что ты упрямишься? Нашел время выяснять с ним отношения. Ну я-то при чем? Ты что, его характера не знаешь? Привык всюду свой норов показывать. Вот и нарвался на человека, который ему спуску не дает. Мало того, он еще и начальнику замечание сделал. Уважаемый, поздно уже. Начальник, наверное, будет только завтра. Иди домой, отдохни, а? Никуда я не пойду. Буду ждать его здесь. Здесь нельзя, уважаемый. У меня служба, а тебе спать надо. Я тебе не мешаю, служи себе на здоровье. Ну и упрямый ты человек. Ладно, если не хочешь уходить, посиди тут рядом. Спасибо тебе, сын. Товарищ лейтенант, помощник дежурного, сержант Джиоев. Начальник здесь? Начальника не было, но его отец дожидается. Чей? Ваш. Так. Давно? Да. Где он? Отец, открой дверь. Ты не в лесу. Есть что сказать. Говори, нет, так ступай. Мне не ты нужен. С кем ты воюешь, отец? Мало того, что меня и моих гостей обругал, так еще самому начальнику замечание делаешь. Ах, сын мой, столько лет прожил, а рассуждаешь, как мальчишка. Я думал, ты что-то понял, а ты опять за свое. Что я должен был понять, что черные это белые, а белые это черные, так что ли? Да непростое это дело. С начальством спорить. За свое место дрожишь. Слово сказать боишься. Обидно мне, Гори, не по-мужски все это. Ну, хватит, отец. И так на душе тошно. Собирайся, домой пойдем, я сам все улажу. Никуда я не пойду. То есть как не пойдешь? Ты что? Хочешь, чтобы завтра весь город надо мной смеялся? Вот видишь, опять ты о себе думаешь. Шел бы ты домой. Не стой под дверью, не позорь меня. А с начальником твоим я сам поговорю. С начальником говорить хочет. А почему ты не сказал начальнику, что деда нельзя задерживать? Во-первых, уже поздно. Во-вторых, его там никто не держит. Он сам решил начальника дождаться. А ты спи. Без тебя разберемся. Па, сходи к своему начальнику и скажи, чтобы он освободил деда сейчас же. Я тебе кто? Отец или мальчик на побегушках? Надо, так его задержат, а не надо, так тебя не спросят. Спи.
И куда, мальчик? К начальнику. Нету его. А я его не могу заменить? Нет. Почему? Потому что моего деда только начальник может освободить. А, так это твой дед. Да, но мне надо к начальнику. Нету его. О. Рано еще, я сам жду его. У твоего деда дела очень серьезные. Только начальнику и решать. Мой дедушка ни в чем не виноват. Виноват, не виноват, в этом надо разобраться. Иди лучше домой, мальчик. Старшие без тебя все решат. Что ты мне все это рассказал. Я верю тебе, Тарас Пиранов. Но если ты деда своего выгораживаешь, тогда что? Моему дедушке защитники не нужны. Он сам всегда других защищает. Ну, а рыбу травили Соломон Хазбиевич и мой папа. Я ведь не говорю, что мой папа не виноват, хотя он и мой папа. Доброе утро. Здравствуйте. Как дела? В порядке, Мэрбек Салтанович. Вот говорят мне, что у нас в районе браконьеры объявились. Более того, они пытаются оказывать давление на защитников природы. Если вы о Пиранове, то на него были жалобы. Мы все проверили. Он не виновен, конечно. Таких людей надо ценить. Он всем нам прямую помощь оказывает. А вы заставляете себя ждать. Но я не думал, что так получится. У меня срочные дела были. Мы все выяснили. Пиранов только что был у меня. В 10:30 зайдите, пожалуйста, ко мне вместе с сыном Пиранова. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, как дела? Да хорошо. Все хорошо? Да. Ну, а как рыбалка? Ну как какая? В Оленьем ущелье у Имана Пиранова. Мэрбек Салтанович, этот старик уже выжил из ума. Это хорошо, что все так кончилось. Он же мог даже в вас выстрелить. Я его знаю, для него нет авторитетов. Возможно, вполне возможно, что и я мог там оказаться. Только рыбачить я люблю с удочкой. И воду в речке Звездкой не отравляю. И пить эту воду люблю чистой. Как любит ее форель, которую вы, Соломон Хазбиевич, потравили со своими гостями. Но, Мэрбек Салтанович... Чтобы в 10:30 были у меня. Все. Беги к деду, Тарас, и скажи ему, чтобы он не думал, что власти его обижают. Это всего лишь один человек. К сожалению, встречаются у нас еще такие. Ну, а намылить шею браконьерам и их покровителям, это я беру на себя. Договорились? Спасибо. Вот ты мне скажи, Тарасик, не приходило тебе в голову, что дед твой, старый дурень, любит скандалить и стрелять, а? Нет, дед, не приходило. Ну, спасибо тебе, сынок, если правду сказала, не просто пожалел старика. Дед, а как ты думаешь, то дерево еще на месте? А вот придем домой, покушаем, отдохнем, потом посмотрим. Деда, а саженцы зимой под снегом не погибнут? Придет зима,
укроет их снегом. Одним холода не страшны. Если весной появятся листочки, значит, сад будет жить.